Хей, окей, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Darksiders 2. Короче, я посмотрел, что здесь есть, все уже очистил, ну, чтобы время зря не терять. Поэтому я открываю сокращение пути, по сути. Ай, у нас и вниз еще проход. И вниз, да, куда-то проход. Погнали вниз. Ага. Допустим. Ну, я запомнил, что там есть проход. Хорошо. Да, я тут еще не поломал ничего. И сундук. Походу, с той стороны это где нужно сундук мне. Или туда мне нужно. Что-то я запутался немного. Так, куда это ведет? Там дальше путь. Трубы, трубы, трубы. Так, у нас уже 16 кусков. Да, сказал, что все поломал. Большинство еще стоит. Погнали тогда вниз, в секретный проход. Понятный секретный проход. Мне кажется, не сюда. Потому что я не знаю, чем мне цепляться. Поэтому валим отсюда. Рычажок. И зачем я это сделал? Так, тут есть что-то. Ага. Ага. Класс. Просто класс. Ладно. Мне нужно понять, куда это меня приведет. У меня шарик, да, сюда нужно притащить. Так, броня. Мне сюда нужно шар притащить. А это не сюда, тихо. Нужно сначала опустить. Так, там я пустил, да? Да. И? Допустим. Пойдем выше. Так, шарик покатился. И этот мы тоже покатили. Ну и с помощью, короче, силы вот это метание буду заболевать шарик. По сути. Поэтому берем шар. Залетаем. Так. Раз, два. Не упади.
Единственное, что я боялся, бля. Начинаем заново. Возьму тогда шар. Я его взять не могу. Начну тогда сдалека пулять. Вот так. Отлично. Теперь я могу и поднять, я его могу. Тени отвратные. Тихо-тихо, не укатуйся, не укатуйся. Надеюсь, сундук стоит того. И ты стоишь того? Нет. Он того не стоит. Ладно, считайте, сокращение пути незначительный открыл. Что это мне нужно? Сколько тычек им давать? Все, все. Можно идти дальше. Так. А настолько аж значительный урон добавляет мне. 100, 225. Блин, ну... На... Порно. Ладно, ну, пускай будет. Но он мне не очень нравится. Это нужно только когда враг АФКшит. А то оно так не очень эффективно. Очень эффективно. Так, и у меня опять две развилки, вверх или вниз. Давайте сначала вверх посмотрим. Броня белая. Пум-пу-пу-пум. Это самое логическое на самом деле. Там просто дорога, по сути. Но если сокращение пути все равно откроют, то это что же хорошо. Артем. Не место для лошади. Так. Место для ключа. Четыре ключа какие-то. Здорово. И еще одно одолжение давай. Задник. Могу я попросить еще об одном одолжении? Что на этот раз, сопляк? А компас, который указывал мне путь к разным чудесам, когда я был маленьким. Я думал, что он потерялся, как и храм. Но раз уж тебе удалось найти одно... За ним может последовать и другое. Хорошо, Карн. Храм. Что ты можешь рассказать мне об этом месте? Я только однажды был здесь, когда пытался свалить с ног конструкта. Хорошее развлечение.
Ага, я успел только слегка толкнуть его локтем, а потом у меня сдали нервы, и я все время чувствовал, как Мурия наблюдает за мной. Так, отлично. Мы взяли у него задание, поэтому я... Сундук раз. Sounds good. По сути, такая же коса, только там магия, а здесь урон огонь. Надеть. Мне придется идти одному. Какие-то ворота. Ворота мне тоже придется туда как-то попасть этим. Мне нужны ключи. Пока что не ясно, какие ключи. Так, возвращаемся вниз. Нужно найти этого, кого мне нужно убить. Потом с помощью телепорта мы туда тпхнемся. Кажется, я не туда залез. О, черт. Что они там делают? Ладно. А, это вода, тю. Вода не страшна. Только осталось поискать, может, что-то найду. Денова. А это, возможно, руну какую-то, не? Нет. Так, тихо. А, не, есть. Рунка смерти. Так, ну, в принципе, там у нас ничего нету. Стоит ли туда идти вообще? Я думаю, что нет. Ладно. И в ту сторону зашел. Сорян. Ухожу. Ага, мне выше нужно. Мне нужно выше. А смысл? А, да-да-да, я тут еще не был. И там как раз тот, кто мне нужен, да? Я тут был! Блядь, я тут был! Все. Где мне искать этого? Так, второй этаж. Здесь я лазил, вот проход. Но это я оттуда там поднялся, а огненного я убить не мог, потому что у меня еще нету цепи. Да. Значит, в принципе, все нормально. Не место для лошади. Поэтому меточку убираем. Так. Шаманское ремесло там же. А, у нас все там три вещи. Ништяк. Я с драконом не пойму, что мне нужно. Какие ключи? Огонь. Ветер, земля. Что-то там. Ладно, посмотрим. Храмик этот. Затерянный храм!
Бум-бум-бум-бум-бум! Почему он у меня не уворачивается? Ну такой, знаете, не очень значительный на самом деле урон. Тут что-то есть? Нет. Ничего, деньги. Бундук. Хилку дайте. Спасибо. Я не могу. Я могу. Так, ярость, ну это понятно, что на босса я потрачу. Главное не лохануться и не нажать. Взаимодействуем ключик. Ну что, громила, поехали. Похоже на арену, это раз. Вижу закрытую зону, это два. Вижу, что нужно взорвать, это три. А, шаманское ремесло, все, я выполнил? Это оно и есть? Понять, как-то легко. Но так как мне показали, куда мне нужно идти, я не буду тратить времени, поднимусь тут наверх. Монетки. Деньги, это важно. Так, вижу сундук. Мне робот нужен. Вижу робота. Ну, голема. Для меня это робот. Там у нас вода ведь? О, вижу еще один кристалл. Минус. А я мог с двух сторон, да, пойти сюда. Так, готово. Даже так, окей. Так, поехали. Нахуя. Ладно. Нырнем. Так, руда с той стороны была. Руна, руда. О, там проход есть. Как раз к сундучку.
ценненькое что-то. Молот. Так, а где я видел подъемчик? Только здесь, да? Сейчас нажмем рычажочек. Пойдем за другими сундуками. Готово. Мне не страшно. Они бегут! Блять, они бегут! Пизда вам. Ха-ха-ха-ха. Они сделать ничего не могут. А, капец всем. Капец этим роботом. Ну, големы. Блин, я не знаю. У меня они ближе на роботов похожи, чем на големов. Ломаем. Ломаем. Прыгиваем. О, это очень хороший сундук. А дроп... О, плюс опыт. Так. Резной камень получен. Все отлично. На мне сейчас эти. Сила и магия. А так у меня будет опыт и золото. Надеть. Почему я только могу эту прокачивать секиру? Короче, если у меня хлама до хера будет, я туда всю сбагрю. Нужно не забывать, что у меня еще ультимейт есть. А ультимейт — это мощь. Ультимейт — это мощь, ультимейт — это сила. Ударь, ударь. Ты чё, даун? Я говорю, ударь. Все, теперь можешь садиться в эту херь. Нет, слезть, 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 слезть. Там внизу что-то есть. Я не знаю, как пистолет убирать, поэтому как-то так. Лезь по цепи. Так, вижу шарик. И... Как вы это представляете? Что вы вообще представляете? Готово. Это ради ключика, да? Путь отступления нашел. Жалко, что он быстрее это делать не может.
Что, вниз тогда спрыгнем? Поехали. Сундучок нашли. Дроп. О, плюс хил. Так, одежда. Ну блин, а защита до хера, но... А еще шипы. Ну блин, тут золота больше. И опыта. А я за то, что выгоднее для меня прокачка. Хотя с врагов не так много и опыта дают. Но прилично опыта дают за эти миски. Полезли, скоро уже должна выйти следующая часть у нас. Darksiders 3 должен выйти 27 ноября, если не ошибаюсь. Сейчас меня отпинает, пока эта заставка идет, да? Ну, опыт дали. Да, опыт дали, но что-то его как-то очень мало дали. Так, где там мой роботизированный друг? Что? Окей. У меня, походу, восстановилась запись первая, когда у меня выбило, короче, свет. Сука, не лезь! Все, поехали. Я сам медленный. Почему у него тоже нету спидра? Спида, спида. Шмотки. Карта подземелья. Но я чувствую, я буду на этой машинке драться со всеми. Так, а что у нас с той стороны? Еще один непонятный путь. Низ — это смерть. А здесь сундук. Деньги. О, нет, тихо, там амулет дали. Магия. А что мне по амулетам? По идее, я уже создать могу амулет себе. А создать амулет — это довольно классно. Поехали. Вижу двух неприятелей. Трех, четырех. Что-то их много. А, мне нужно просто убивать, да. Как вы, крысы? О, вылетел он.
Ты не босс, ты не босс, ты не босс. И что, урон мне больше дается? Так, я так подумал, стоять. Надеть. Да. О, плюс еще урон. Теперь у нас шок. Шок, 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 шок. Кира мощная. Но она не точная. Отменить, надеть. И там вылез. Ну, знаете, 3000, я думаю, это нормально. Бам. Так, там где-то амулет выпал. Воу! Воу! Это последний был? Нет, еще есть один. Бам! Бам! А где криты? Понимаете, там криты должны быть 150%. То есть каждый второй удар. О, шмотки. Все. О! Блин, нахуй! Манать, вы геи! Получай, получай, мразь! На. Мощный на. О. Хера. А урон такой же, как у этого. Топора. Где? Где топор? Вау. Так, что здесь? Фигня. Фигня. Ну, в принципе, 216. А 200-216. Ага. Урон шоком 26. Ярость за крит 6. Бля. Ну, надеть. Выглядит красиво. Я думаю, давайте, наверное, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Да, тут еще много. Всем удачи и всем пока.